Привет, дамы и господа, подписчики, комрады, случайные зрители, кто ко мне просто попал на канал. Те, кто смотрели прошлый выпуск, это поймут, что за видео сейчас будет. Это очередной обжор, конечно же. На что? Посмотрите прошлый выпуск и узнаете. Это такая мини-реклама. Это продукция McDonald's. Вот в такой пакет. И, дамы и господа, это обжор на салат. На салат, который называется Chicken Premier. Этот салат стоит 24 гривны 50 копеек. Вот, дамы и господа. Что можно сказать про этот салат? Да ничего. Это обычные овощи нарезанные с кусочками курицы. Ну, сейчас я вам покажу поближе. Итак, сейчас, дамы и господа. Сейчас один момент. Вот такие вот приборчики у них идут. Вилочка и ножичек. Итак, что же у нас там находится? Курица, как мы видим, да? Курица, огурчик, салат, помидорчика два. Вот всегда не любил Макдональдс, и в принципе салаты везде, что они кладут всего лишь два огурчика, ну три максимум. Так, морковка там, вот так вот. Сейчас мы это дело все заправим, посолим, поперчим. Ух ты, как много положили-то. Первый раз, дамы и господа, так много ложат. Три перца, смотрите. Три перца и две соли. Вот. И для заправки я взял обычное оливковое масло. Вот. Сейчас мы это все дело польем так. Это мой любимый. Это вообще новинка от McDonald's. Ну, грубо говоря, новинка. Ей уже месяца два. И это, несмотря ни на то, что это обычный овощной салат, казалось бы, да, с порезанными наггетсами. А, ё, дурак, забыл поперчить и посолить. Солька. Еще раз перчик и соль. Третий перец не буду добавлять, потому что, мне кажется, будет очень острый. Хотя, в принципе, я люблю острый. Вот так все это дело перемешиваем. Так вот, я сейчас перемешаю. Это мой любимый салат из McDonald's. Несмотря на то, что это обычный овощной с кусочками курицы. Он напоминает какой-то цезарь, знаете, цезарь. Еще сюда бы сыр и все. И был бы замечательный цезарь. Вот так вот это дело выглядит. Ну что же, желаю приятного аппетита тем, кто кушает. Погнали. Кстати, сразу говорю, курица не такая, как Chicken McNuggets. Курица нежная, мягенькая. Мне кажется, они берут курицу, которую кладут в роллы. В Chicken Roll. Достаточно сильно перемешал. Сейчас, секундочку, дамы и господа. Отлично.
Вот так. Извините, что редко выходят обжоры. Все будет со временем. На все будут обжоры. На KFC, на Макдональдс. Бургер Кинга, к сожалению, у нас нету. Мы думаю, чем-то заменим. Вкусно. Действительно вкусно. Курица очень мягкая. Хорошее сочетание. Очень вкусно, очень. Рекомендую всем. Даже кто на диете сидит, ну даже не на диете, на правильном питании, рекомендую всегда брать этот салат. У меня еще будет отдельный ролик, как я похудел. Потому что раньше я весил 80 килограмм. А сейчас 68. Вот. Вы, наверное, скажете, о, это ты жрешь опять булки. Ты опять пожирнеешь. Посмотрим. Я же это делаю редко. Я думаю, ничего страшного не случится. Дам советы тем, кто хочет похудеть. Расскажу, через что я прошел. Вот. Достаточно хорошая порция такая. Сколько тут грамм? Ну, грамм 200, наверное. 250. Кстати. Как я мог забыть? Сегодня в Макдональдсе, ну, вы все знаете, на подносах лежит такая фигня. И сзади написано калорийность продуктов. Так вот, салат Chicken Premier без соуса, дамы и господа, то есть это без масла. 175 калорий. Обычный овощной салат, то есть уберите отсюда просто курицу, 30 калорий. Вы понимаете? Вы понимаете? Какая эксплуатация идет. Еще плюс масло. А масло, я вам скажу, калорийное. Помидорчик. Чудесно. Кстати, дамы и господа, предлагайте свои идеи, на что мне сделать обжор, что вы хотите увидеть в комментарии, неважно к какому выпуску, к любому. И в отдельном видео, да, я записал небольшое обращение к подписчикам, я оставил ссылку в описании, там задавайте ваши вопросы, я буду отвечать, я буду делать видео на ответы ваши вопросы. Кстати, может, сегодня вечером еще запилю видос. Слушайте. Хорошо. Порция реально хорошая. То есть ей наесться можно. Но если, конечно, вы не жирный мужик, который жрет по 3 бигтейсти за час. Понятно.
отличная альтернатива бутербродам. За перекус, ну, чудесно сойдет. Еще раз повторюсь, тем, кто интересуется правильным питанием, вот эта хрень, извините, вот этот салат будет хорошо. Вот так вот. На днях сделаю обзор на... Не, я вам не скажу, вы видите, вы видите. Я так думаю, не надо вам говорить, на что я буду делать обзоры, потому что это будет неинтересно. Ножичек нам, к сожалению, не пригодился. Оставлю его. Вот и все, дамы и господа, вот такой вот был сегодня обзор. Повторюсь, салат Chicken Premier стоит 24 гривны 50 копеек в Макдональдсе в Киеве, в Украине. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые обзоры, новую продукцию. Не только Макдональдс, но и KFC и много всего другого. Я буду радовать вас новыми видео. Ну и не только обзорами, ответами на ваши вопросы и какие-то другие видео. Всего вам хорошего и ставьте лайки, главное. Всем пока!